Химчане, пережившие блокаду Ленинграда, отправятся в северную столицу. Посетить памятные места смогут бесплатно. Такой подарок ко Дню Победы попросили у главы округа, отмечают в администрации. В Санкт-Петербурге они посетят, значит, захоронение своих родных и близких. В Санкт-Петербурге они посетят исторические места, достопримечательности. А 15 числа мы их торжественно будем встречать по возвращению из Санкт-Петербурга. По данным администрации Химок, на территории городского округа проживает порядка 60 человек, которые отмечены наградами за оборону и жителю блокадного Ленинграда. Все они, несмотря на свой преклонный возраст, принимают активное участие в жизни города.